быстрое движение, хлесткое движение плеча. Нет, это просто сейчас люди спрашивали, кто у кого не позволяет растяжка. Да, бьет. Почему я показывал, что принцип не сам попасть в голову ногой, то есть вот как мы делали сбоку, а можно просто дернуть, да, чтобы он среагировал. А то, что я сейчас показал отсюда, это для того, чтобы они поняли, что любое движение просто ложное движение. Вот он сейчас не знал, что я буду бить отсюда. Он среагировал на то, что я буду бить в голову. Он приподнял руки. Если отсюда человек знает, что это будет бить, я работаю 3 минуты или 5. Почти. Движение. Пока назад тянешь, очень много времени видно.